доступных местах ножницами. Стрижка доделывается. Стоит спокойно Лада. Эта процедура ее не напрягает. Керосином. Ай-яй. Первое время коза ведет себя беспокойно. Ей больно. Вторая на очереди Роза. Стоит смирно, пока хозяин обслуживает ее. Цирюльник. Спереди. Паз. Делаю небольшой паз, чтобы туда резинка могла залезть, не соскакивал потом. У Лады на одном роге получился, а на втором так и не залезла резинка в этот паз. Ну там вроде все равно не надо паза. Ладно. Да не надо, наверное. Что, в паз вошла резинка? Угу. Да вроде вошла. Уже больно, наверное, сразу. Все четко. Ну, все, вот действие пошло. Парусы. Что, бак потом принесешь с кормушкой, с едой? Вторую сейчас обработаю. Хорошо. Ты там с норкой? Будут жить здесь Роза и Зойка. На ту тоже сейчас резинки оденет Костя. А потом они будут вечером уже вместе с Ладой. Никто никого не будет бодать. Да, девочка моя? С надпилами прям классно встает. Красавица.
симметрично прям все. Отлично. Там что-то у тебя ошейник туговатый, да, я тебе послушаю сделать. Ну все, и к сестре. Лежит. Успокоилась. Ой, тебе тоже одели, скажи, да? Одинаково. Кос. Тебе тоже писать, да? Ну что, девочки, все нормально. Через месяц будете у нас вы комолые козочки уже, да. Все будет замечательно у вас. Мои красавицы. Снимать не будем пока, наверное, больше, потому что у нас уже такое видео есть на канале. Зиту мы обезруживали, и все прекрасно прошло. Обезруживали Зиту, Марусю, Джулю. Вот как много. Кудряшу. Все козочки живы, здоровы, живут у новых хозяев. Так, вот вечер. Как поживают наши козочки? Ага, Лада заняла главное место. Ну, никто никого не бодает. Все нормально. Так, Лада у нас была, бодучка.